Привет, вы на канале Фортуна ТВ, звать меня Валентина. Сегодня будет видео о пустых баночках. Надеюсь, то, что это было долгожданно, потому что давно меня не было. Я извиняюсь за свое отсутствие. Ну, такие были обстоятельства, и поэтому сегодня видео будет с запозданием. Сразу давайте перейдем в видео для тех, кому будет интересно и полезно. Все равно жить продолжаем, несмотря на то, что у нас находится в стране, в странах. И, в общем, я решила, все равно работать нужно. В общем, продолжаем. Так, девчонки, закончилось у меня такое фэри, нежная пена. Но оно, как обычно, стандартное. Нежные руки, аромат розового жасмина, алоэ вера. Для меня оно подходит, для моих рук ничего такого особого плохого не делает, как бы посуду хорошо промывает, никаких нареканий нету, по запаху тоже нравится. Что хочу порекомендовать? Парло, вроде так называется. Если я оговариваюсь, я извиняюсь. Водоотталкивающая пропитка для одежды и обуви. Очень хорошая, бесцветная. Я пользовалась на обувь. Запомните, если кому это будет полезно, я рекомендую. Вообще очень хорошее средство, где вы видите. Так, закончились такие вот у нас зубные пасты. Две закончились, и ну, мужа одна, и одна у меня с собой брала. Все остальные только еще открыла из подарка. Поэтому просто упаковочки пойдут уже на выброс, поэтому я выложила. А так еще как бы... Бутылочки у меня они сохранила, ну, целые. В общем, лечебные травы, зубная паста от Сплат. Вот такая вот, я обычно ей пользуюсь, и муж у меня тоже ее полюбил. Так, в общем, зубную пасту такую рекомендую. Хорошее качество, поэтому рекомендую. Так, от Комплимент. Дневной крем, антиватор молодости. На лето, на весну. Легкий такой крем. Под макияж. Бюджетный вариант. Ну, прям летом именно. Ну, я надеюсь, то, что, честно сказать, если только от лучей солнца, все равно нужно, в общем, другим кремом пользоваться. А так чисто, вот знаете, как дома там. Ничего, так нормальный. Мне понравился, мне подошел легенький такой, аккуратный. Быстро впитывается. Под макияж вообще само оно. Потом закончилась такая восстановление и укрепление от Pantene Pro-V маска. Экстракт. Что тут? Ну, в общем, масло органы кактуса. Вроде, если я не ошибаюсь, у меня отсвечивает просто. Полностью использовала. Это не я пользовалась, это... Пользовалась свекровь, я у нее взяла, и это было ей подарено. И вот, в общем, ей очень тоже подошло. Я у нее эту баночку взяла, чтобы отзыв оставить. И быстренько вот так покажу. Она очень довольна, говорит, волосы вообще, говорит, классно, говорит, ей после нее. Волосы ее остались довольны. Так, в подарке было для меня такая водичка. То ли пробничек, то ли что. Вот такая вот очень хорошая, но она на более возрастная. Я отдала свекрови, она ей пользуется. Очень хорошая. Ну, по запаху для меня она более как бы не для молодежи, вот никак для меня. Ну, поэтому я поделилась, отдала ей. Потом еще такая вот водичка была туалетная, то ли это духи были. Ну, в общем, я особо не читала, я понюхала. То, что в подарке было. И девчонки, мне она тоже по запаху не очень, но стойкая. Свекрови отдала, свекровь счастлива, ей нравится. Именно по ее возрасту, как она сказала, очень нравится ей. Так, мужу был подарок. Подарочный набор от такой вот марки. Здесь, это от моей подруги был подарок. Так, здесь идет шампунь, потом... Здесь идет гель для душа. Да, два флакончика, в общем. Ну, такой стильный тигр. В год тигра именно тигр. Набор такой. В общем, не буду коверкать, что за марка. Ну, в общем, ему понравилось и по запаху.
и пользуется он с удовольствием. В общем, вот так вот он сказал, классный, понравился. Так что спасибо, моя дорогая. Имя не буду называть, то что многие меня просят просто в кадре не говорить, как бы, ну не хотят, не надо. Так, не будем доставлять дискомфорт им. Следующее. В подарке было тоже для меня бархатные ручки, нежность днем и ночью. Тут два флакончика было, два тюбика. Ну, в общем, так как у меня бархатные ручки я другого типа люблю, так как этот более он такой плотный, я попробовала крем для рук ночной, хотя и день и ночь, но он более плотноватый, и я решила это отдать свекрови. В общем, свекрови в подарок это отдали. Я отдала и сказала, пользуйся на здоровье, у меня, говорю, другое есть. Так, потом, что для меня тоже было в подарке, но мне не подошло, и я отдала тоже свекрови. Шампунь от Шаума и потом бальзам. В общем, вот такой вот бальзам, шампунь от такой марки. В общем, честно сказать, я знаю то, что это очень хорошее, Шаума, все. Но тут так как был объем, и поэтому как бы мне объем совершенно не нужен. Я наоборот избавляюсь от объема. И поэтому я, в общем-то, не особо любитель и сама, в общем, не покупаю с объемом, стараюсь, чтобы объема особо не было. Ну, в принципе, я так решила и подарила, она счастлива, довольна моя свекровь. Так, спасибо сказала, передает огромное. В общем, я от ее лица передаю огромное тебе, моя дорогая, спасибо. Имя не буду называть, которое мне дарила. В общем, моя подружка. Так, следующее. Что сами покупали? Вот такое вот мыло хозяйственное. Я беру его обычно так, постирать на скорую руку трусишки, а потом я, девочки, кто-то мне писал, вот ведь типа вот бактерии туда-сюда, я все равно потом в машинке стиральной стираю, вы не переживайте. Я если так, допустим, недельку постирала или две, то потом уже я все равно их перестирываю в машинке стиральной, чтобы не было ни пятнышков, ничего. А у меня особо таких нету проблем, да? У меня нету пятен никаких на плавках из-за того, что я все-таки пользуюсь на каждый день. У меня есть прокладки. И я более так вот именно любитель, чтобы у меня было все чисто. Так, и гигиену соблюдаю. Вот. Потом ватные диски закончились от фирмы То, что надо. Пользуюсь ими. Ничего, они мне как бы нормальные. Стирают даже вот именно мицеллярной водой, вот когда именно пользуюсь ими. Даже мою тональную вот эту вот основу, или как она называется, тональный крем, который я отзыв оставляла, очень хорошо, кстати, ничего, никаких нареканий. Следующее, что у меня закончилось, такие вот щетки. Я брала с собой, муж тоже брал с собой от Oral-B. Дешево, по 50 рублей. Дорожный вариант, очень хорошие, такие приятные. Конечно, для взрослого человека, хоть она и средней жесткости, да, от Oral-B. Ну, как бюджетный вариант, чисто для дороги нормально. Куда-то там полет, поехать куда-то. Ну, как бы не особо не придираюсь. Ну, вот это вот именно, она побольше будет, сама вот эта вот щетка. Не ручка, а сама щетка. Если лесной бальзам, тоже средней жесткости, очень хорошая. Вот это получше будет. Так дома пользовались. Следующее. Закончились такие вот у меня прокладки от Libres. Всегда их показываю. Девчонки, присмотритесь, кому это нужно, кому это важно. В общем, я очень им довольна. Так, потом. Сухарики такие вот закончились. Орех. Здесь добавлен ореховый такие. Кстати, хорошего качества, мне очень нравится. И тоже такие сухарики с изюмом только. Достаточно нормально много, в общем, сделано и изюма, и орехов. В общем-то, жарко мне. Маленечко вспотела, я извиняюсь. Так, все. Слишком много извинений тоже. Я просто такой человек, люблю где-то что-то извиниться, но все равно это, думаю, не важно.
Не настолько, как говорится, я ничего такого здесь не накосячил. Все, ребятки, девчонки, всем, кому было это интересно, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на мой канал. До новых встреч, всем пока!